Александр Бондаренко против Артема Калашникова в блестящей викторине «Своя магнитка». Первый вопрос. Что пока не украшало финал уральских ужинов на свежем воздухе? Шоу квадрокоптеров, запуск китайских фонариков, огненное шоу, яркие фейерверки. По-моему, не было квадрокоптеров. Мое фото не украшало. Квадрокоптеров не было. Внимание, правильный ответ. Действительно, квадрокоптеров не было. Челябинский метеорит упал в озеро Чебаркуль в 2011 году, 2013, 2014 или 2017 году? 14. Увы, вы не правы. Челябинский метеорит упал в 2013 году. Следующий вопрос. На гербе Магнитогорска размещено изображение красно-синего магнита, черного треугольника, красного круга или доменной печи. Черный треугольник. Второй, по-моему, треугольник. Совершенно верно. Это черный треугольник. Кто-то из вас на полпути к победе. Итак, вопрос. Озеро Банное называется так, потому что это перевод башкирского названия. Вокруг озера много бань. В нем мылись пугачевцы. В нем запрещено купаться. Это перевод с башкирского. Там точно много бань. А можно убрать два неправильных ответа? Звонок другу, да? Помощь зала. Я думаю, что много бань просто. По легенде, в 1774 году у этого озера на банный день останавливался Емельян Пугачев со своим войском. Да? Не видел, честно. Как-то пропустил. Сколько ехать от аэропорта Магнитогорска до делового центра «Юбилейный»? 30 минут? 40 минут? 60 минут или же 120 минут? Смотря с каким водителем. Ну пусть будет 40. 40 минут. 40 минут. Это правильный ответ. Песни какого жанра наиболее популярны в караоке проката? Шансон, ретро и эстрада, русский рок, зарубежный поп 90-х. Караоке не совсем моя тема. Сейчас... Пускай будет русский рок. Русский рок. Внимание, правильный ответ. Русский рок. Какое число ближе всего к количеству номеров в парусе 2? 50, 100, 130, 180. Ну, пусть это будет 100. Парус 2 больше, чем вы думаете. Правильный ответ – 130. Ну что же, восьмой вопрос все решит. Сколько участников вмещает конференц-зал делового центра «Юбилейный»? 200, 250, 300, 500. Он вмещает всех, кто приехал. Ну, окей, 350. Хорошо, тогда пускай будет 300. 250, по-моему. И 300 – это правильный ответ. А это значит, что со счетом 5-4 выиграл Александр Бондаренко. Друзья, прилетайте в Магнитогорск. Я уверен, что это будет и интересно, и полезно.